60 крайне сделаешь, лучше. М60. То есть? Ну, в лазере он играешь. И сделал, чтобы он не переворачивался. Этот, имеешь в виду дальномер. Теплак? Дальномер, теплак он и так есть. Ну ладно, беру. Он вообще встроен, у них там был. Так, что, и этот, Т-62. Я останется за Т-62. Сказал, вернешь, не уберешь. Или сделаешь? Не, да, вернешь. Дальномер. Не надо. Почему? Паш, сделай две версии М60 с дальномером и без. Ну, чтобы в одних месяцах его ставить вместе с Т-65, а в других с Т-72. Надо этот дагестанский Т-72 поставьте, будет нормально. Т-72А поставьте дагестанский, будет нормально. Что делать будем? По пищачке. Вам подарить гранату? О, кто спас кинул? Мой спас. Нет, мой спас это так-то, алё. Нет. А блин, я лута не пропустил, ё-моё, самое интересное часть. А знаете, у тебя вообще ПСО, слышишь? Да? Ну да. У меня колесико не работает. Ладно. А, воу. Если шмайсер возьму. Ну и дайте патрон на шмайсер, алё. Все зажмёте. Паша с ППШ. Да. Чё, тащит, типа? Да, очень-очень тащит. Кто там с ППШ? Особенно, когда в тебя стреляют. Дай магазинчик. И ты умираешь очень быстро. Парочку. Я видел себя на тебе. Парочку. Блин, а чё, гранат? Я же забыл, какой это тимур. Какая рация будет? Дефолт. Понял. А что делать надо? Охранять объект? Сидеть здесь, за забором не выходить. Взорвешься. Да, взорвешься. Надо поставить отталкивающий триггер. Хотя. А чё никто МГшку не взял? Она же как М60. Я взял. Да блин, отдайте. О, у нас что, Волга есть. Я хотел её сейчас взять. Бери. А жгуты нужны взять, чтобы жгутит. Гранаты есть, гранаты есть. Да уже кто-то сожрал. Еще чуть-чуть. Жопа. Гранаты. Ложись. Паша. Ты что за ура? Да. Паша. Ужас. О боже. Что произошло? Все хорошо, что под контролем. Бан. Да, скрин бан. Скрин бан. Скрин бан, Паша. Где заныкаться? Блин, на мубежку нигде в броне. Чего взяли? Да к тебе еще кого же здесь? А? Да на тебя там вообще жесть. Я иду, универсальный боец. Да. Да, может быть, только враг. Где? На севере. 340 где-то примерно. 300. Машина пролетела, подруги. Уехала она. К воротам. Центральным.
меня стреляют твои же, отлично. У нас уже враг на территории? Машина уже проехала, вроде как. Да-да. Это был я. Понятно. Нет, не на машине, в мегон застрелил. На 310 где-то бегают враг в ёлку деревьев. Который бегает сейчас. Урал едет. Да, подтверждаю, по дороге едет. Мне с 300 бьют. И Урал проехал у нас, когда было много. Я без ног. Так, это двухэтажный бункер, все под контролем. А вон тут крыши слили. Его давит очень хорошо. Кто там из МП-40 долбит? Держи эту бутылку, другую держу. На востоке приехал Урал. Квест, вот ты подержал эту дырку, я эти две-то держу. Бегает забором.
Паша, ты че так? Я? Сквозь забор убил. Как? Бам... Нет, или Вест убил нас сквозь забор. Это Вест. Короче, оба четверо. Как вообще было? Там вас сложно было? Ну вообще с этим говном, который мировой бегает из забора постреливает. Универсальный патрон. Минута 40. Пробивают 40 миллиметров брони. Да, она вообще даже пистолетным пулеметом она стреляет. Спитером сейчас в мусинке лежит. Блин, нет мусинки. Ну правильно. О, что меня убил? Дуника. Да? О! Слушайте, Вест вот это вообще жесть какая. Как? Он один спидер сделал и в башку прям. Сделал? Вест тут мудак, чертов читер. Да. Джордан, я это видел. Он забежал один быстро ровно сделал прям в голову. Почему меня ты убил? Он забежал, говорю, к тебе и сделал ровно один выстрел, прям в голову. Да вообще он чудо вообще не так жестко. Как бот, как Карин бот, реально стреляет. Вот он, приехал. У него главное патрон, знаете, что было? Он один выстрел сделал, и у него потом патроны кончились, по-моему. Я еще за триггер не заходил, что меня убил? Бан Вест. Какой забор валит, бан. Скрин бан. Читак. Все читерс. Да. Прайс, зачем ты туда лезешь? Нет, там ничего нет. Иванчик сидит в кабине, как упоротый. Прайс вообще повезло, в него прям летели, мой свинец. Иванчик ждет плана Б. Ой, какой-то упор. Я его не вижу. Иванчик что вообще делает? Да он ждет, пока ему будет команда, чтобы он влезет. Не-не, он отвлекающий модел, он сказал, что я буду кататься на тьму. И стал бы он. Брок, он прострелил спика. Паша, дай я убил. Да. О, все, она была. Добро пожаловать в армию. Блин, оказал первую помощь. Брок. Просто, просто представляете себе, да. Какой-то уровень тачи с МП-40 с последним патроном, блядь. Да, прям в голову. Забежите прям в голову, блядь. Читак. О, Прайс, ну Прайс, смотрите, он сейчас бомбанет прям в бункер. Или нет? Ну, давай, Прайс. Чего бомбанет? Откуда? Ну, там в бункере, блядь, сидят. Перейду. Перед. Давай, Прайс, Прайс. Кочегар. Вася, сюда шмальнёт. Против. В окошко. Давай. Нифига. Кочегар. Прайс. Да, вот Прайс получил. Да. Надо же подходить не с такого. Прайс знает толк в ГБшках. Он ранен или убит? Ранен. Я бы ранен. Спидер на мусорке бежит. Снайпер что ли его снял? Как Брок от... Спидер просто отбожил. Спидер как бог. Я спидер снял. Был... Это был просто лучший выстрел от спидера. Из этой винтовки. Что-то у меня скорость просела дико. Надо настройку дальности добавить вниз. Что-то интернет вообще прям просел. Все красное победили. Там потери вообще дикие. У вас 6 танков на базе, но нет, вы предпочитаете воевать на МП-40. Ключи потеряли. Писец дропы идут, жесть. Ну, Прайс очнулся. Не, у меня лук. А чё у тебя лук? Ты же не стримишь. Не, в смысле. Прайс, это рав в голове.
Прям посередине? Третий глаз? Ну, вообще практически. Ведьмак какой-то. Я так и не понял, что у меня нужно. Граната? Так от кого? По взрыву было похоже на гранату. Какого-то. Не, у меня ощущение было, что триггер. Триггер за забором. Триггер за забором, блин. А, ну залагало, может быть. Ты же знаешь, он как ну, тело заплавало. Да-да-да. Мне это не вышло. Вот надо отталкивать. Через спас 12. Чтобы победить спас 12 синерджи или мусинка? Ух ты, там даже звук есть падающих гильз. Ну это из этого, по-моему, из Half-Life. Из сталкера. По-моему, из Half-Life. Так звук похоже, стрельба. Ну да, то ли из толкача, то ли из Half-Life. Энерджи отстреливается, как терминатор какой-то. Дробовик просто снайпера. А до него долетает хотя бы, нет? И что-то рядышком кладет. Что-то я вообще не вижу даже, что что-то прилетало. Прайс, сейчас совсем странно. А, он не знает, что делать. Сейчас надо залезет, перешагнуть. Да, упал сейчас. Ха, вырубился. Энерджи пришел конец. Прайс не повезет, как он сейчас. Спидер его увидеть не может, блин. Блин, Энерджи, он странный парень. Он слепой. Ему вообще надо как бы за это, за шкири сажался. Надо же вообще пострелять туда. Небеса. Давай, спидер. Быстро от спидера. Спидер вообще не понимает, что происходит. Энерджи стреляет куда-то туда. Зомби апокалипсис, как будто сидит на крыше где-то и отстреливает от зомби. Ну миллион, что ли, патронов. Там флэт пачек было. В принципе, нормально. Когда уже кочегар убил? Не, его никогда не убил. Воздух уже просто. Гранатами закидывай. А, Прайс хочет, я... Как он-то залез? Перешагнул, встал, перешагнул, там все это можно сделать. А, там лестница. Там сильно главное не двигаться, куда залез. И нет Энерджи больше. В кого? О, в Энерджи. Ох, Энерджи, всё. Энерджи. А, спитер увидел. Все, Энерджи. Я гранатку чувствую. А, трубка, кинь трубка. Может уже рестартать? А смысл? Другую миссию. Да сейчас он подходит. Зарашит. Зарашит. Не тех отстреляется. Ну, сейчас да, Катина. Прайс же сказал, наверное. Что? А? Не, да. Не похоже, что он что-то сказал. А, не понял. Кого он там, это? Просто шуганул. Не, кто-то умер. Чтоб не топтались. Чтоб не топтались рядом. Бонзай круто сдох. По-моему, бонзай убил, слышишь? Чё, из них никто не додумается вон туда залезть? Допустим, зовут... Да, видишь, я теперь не понимаю, откуда, где. По звуку же можно... Посмотрите на Кронуса. У него всё в порядке? Меткая граната, Иванчик. Чё у него с ногой? Шо у него? Как она взорвалась? Почему вы Кронус, кстати, может? Мальчик, кстати, помнишь, говорил про дом, который он гранату закинул? Он там сидел. А, в доме? Да, на втором. Что-нибудь с кочегаром делать?
Я не услышал. Что же он делает? Прайс! 10 прайсов из 10. Да. Да он живой еще, подождите. Да не. Да живой он. Такой метод спуска. Не, он живой еще. Я думаю, он уже не поднимется. Он живой. Да не умер он. Он живой. Живой, но он придет, мне кажется, не придет. Он так шмякнул. Блин, БК так тратит. Он ожил. О, вообще не понятно, что делать. Почему два Кроноса? Не один. Спектакль. А что я не делаю? О, Прайс правильно все сделал. Так он сейчас труп. Не-не-не, всем видно, там можно пройти. Просто кочегар сейчас везет. Это он зря. О. Зажали. Прайс полился всем. Зажали конкретно. А ну что, у него патроны-то есть, наверное? Сейчас как-то туда уже... Отвлекающий маневр с грузовиком был. Не знаю, мы не оценили, мы не оценили. Там так-то вроде как бы полы простреливаются. Деревянные. Да? Вроде бы да. Не проверял никогда. Опс. Поймал. Наспех, ну все, рубануться все равно должны. Охранник. Все, победа. Непонятно. А, то есть кочегаров. Да все уже зависли. Все рубануло. Круто. Я вас обоих снял, но... Я хотел его просто вылечить, понимаешь? Вот так жил. Понимаешь, я... Нет, я видел, ты начал лечить, я тебя стрельнул, потом еще я вижу, ты упал прямо, я тебя не могу досмотреть. Вижу что-то ноги, не знаю, его не его, стрельнул по ним, ты видно начался. Ну такой смотри, чувак бежит по крыше, офигел. Лучше. Всех истребили? А с Доник? Ну один, да. Один остался на нас. Пошли в полдвар? Да не, уже все. Так, ну все, всем спасибо, я пошел. Так, всем пока.